Извините, а не подскажете, сколько билет будет стоить на одного человека? Барахло не хочется свое здесь выкладывать, время тратить. Все, что вы перечислили, прям подходит ко мне. Студент, инвалид и пенсионер. Я понял вас. Надо, надо. Таких, как я, надо все проверять. Я считаю. Потому что... Конечно. Я вчера сотовый телефон не выложил. Мне мужчина, один джентльмен, сказал, что это тоже металл. Надо выложить. Он сказал, почему я этого не знаю. Вот, хороший вопрос. Вам не предложили их срезать? Я ему намекнул, что он не петербуржец, и поэтому... А, хорошо. И поэтому мы с ним не нашли общий язык, понимаете? У нас свой язык, а у приезжих свой язык. Вы согласны со мной? Ну, нет, серьезно, он мне сказал, ключи, все. А вот ему звенело, между нами говоря. Ой, сколько же билет стоит? Хоть бы 3 копейки, а? Я был бы так рад. Я был в Юсуповском, 750 рублей, 12 евро. У нас за 12 евро можно... Не знаю, что можно. В космос полететь, наверное. Пойду узнаю. Сейчас вам сообщу. Так, я все забрал. Пока... Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить билет для меня, ну вот полный? 450. Да, пожалуйста. Простите, а вот написано 550. Мне просто... А это не для нас, это для иностранных граждан. А, какое счастье, что у меня без акцента. Мерси. Да, спасибо. Да, первый раз в жизни пригодился.
Здравствуйте. Так, ага. Ой, пожалуйста, с чеком. Пожалуйста, гардероб, следующее временное. Здесь да. Первая временная выставка. Вторая через второй этаж. На втором этаже основная экспозиция. В конце коридора. Да. Да, спасибо большое, спасибо. Я хотела горячего. Спасибо.
Здравствуйте.
Ищу я сервиз, ищу. Наверное, я не найду. Сервиз? Да. Подаренный французским императором. По каналу культуры я смотрел однажды, чисто случайно, программу, посвященную Михайловскому замку. И настолько меня впечатлила эта информация, что я пришел посмотреть, что даже французское правительство пыталось как бы его получить обратно. Но какой-то там очень дорогой, дорогостоящий. Чувствую, что сервиза я не увижу сегодня. У нас сервизы только вот есть в этом, у Марии Федоровны, вы проходили этот покоях. Ну там не такой красивый цветами зал. Да, да. Да. Вот там сервиз показан. Сервиз. Вы проходили. Я на сервиз не обратил внимания, меня да. зал, наверное, впечатлил больше. Ну вот обратно пойдете, да. загляните. Спасибо. Туда. А может быть, он, кстати говоря, как временная экспозиция, там где-то просто... путешествует сервиз этот, если это не он. Не он, я не знаю. Вот. И, к сожалению, я и запомнил, это не сфера моих интересов, поэтому... Mm-hmm. Вот. Ну что ж, спасибо. Спасибо. Ну просто там, как бы... Да, скорее всего, не то, что вы ищете. Он должен быть роскошный. Ну, быть он, кстати говоря, не здесь. Он расписной. Да. Ну что ж, спасибо. Вот там такой комод стоит большой, ага, ага. А прямо на нем вот тарелочки с сервизом. Я посмотрю. Ну там он такой, где-то 2 на 2 метра экспозиция сервиза должна быть. Приблизительно. Ну там не все такое объемное. Там тарелочки вот эти расписные и сервизы из какого-то. А, понятно. Угу. Это последний зал? Да, это арабеск. Красивый зал. Спасибо. Я посмотрю. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Сейчас до трона вы идете. Угу. Там выход описан. Да. Там еще два. В общем, придете для выставки. Да. И гардероб. А, спасибо. Вот где корона красная. Да. Да, да, да. Выход. Угу. Хорошо, спасибо.
А вот закончить. Да, спасибо. Да, спасибо большое.
Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания. 450 рублей взяли. Да. Но это дешевле, чем в Юсуповский попасть. Там 750. Там интереснее, наверное? Вы знаете, мне показалось. Я там не был, но я надеюсь, что там интереснее все же. Я хотел кое-что увидеть и не увидел то, что вот здесь. Да. Здесь в основном, конечно, залы, анфилады и все такое. Слушайте, я об этом не подумал, когда сегодня был. Возможно, это была той каплей, которая переполнила бы мое желание попасть туда. Там, когда будете раздеваться, то делаю. Там вот этот такой, как слон такой, где-то там, куда надо идти, там не пропускают. Там делают он, его кончик. Да, да. Интересно. Ну ладно, спасибо еще раз. Сходите еще раз, ты сейчас складываю, все распасываю, будет все, что да? Куда сходить? Сходить еще туда. Нет, потому что в другой день, наверное. У меня в другой день, у меня время есть как раз еще, я думаю, надо будет сходить. Вот. Ну ладно, всего доброго, до свидания. Спасибо. Нет, это просто.